Генеральный директор «Алроса» проинспектировал работу добывающего комплекса Мирненско-Нерубинского ГОКа и культурно-спортивного комплекса. Сергей Иванов посетил автоматизированный сортировочный комплекс номер один. Он находится в окрестностях поселка Алмазный. Здесь руководителю компании показали процесс отработки алмазосодержащих песков и далее познакомили со схемой защитных дамб дражных полигонов, где работают плавучие фабрики. Сергей Иванов посетил одну из них, где познакомился с коллективом и условиями труда работников. После Сергей Иванов отправился в городской парк Мирного, где при поддержке «Алроса» строится большая спортивная площадка, которую и проинспектировал глава компании. Затем он осмотрел горнолыжную базу «Алмазная долина». Для этого объекта подготовлен проект развития, но для начала здесь необходимо решить проблему паводковых вод, которые теперь ежегодно затапливают ее территорию. Институт «Якутнепроалмаз» уже проводит инженерно-геодезические изыскания и готовит план решения проблемы. 2 августа Сергей Иванов принял участие в совещании по созданию комплексного плана развития поселения Мирненского района. Там глава компании озвучил заинтересованность «Алроса» в финансовой поддержке данного плана. После состоялась встреча с представителями общественного движения «Народный актив», где Сергей Иванов призвал население активно включаться в работу и формировать свои предложения по развитию родного края.